Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня будет очень страшно. Мы заказали Аннабель из Darknet. И вы знаете, когда мы читали описание к этому мистическому квесту, у меня волосы стали дыбом. Что будет конкретно происходить, мы не знаем. Но буквально с минуты на минуту Аннабель начнет свою игру против нас. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк. Ну а мы начинаем. Ребят, только что перед нами сейчас появилась Аннабель. В комнате появилось много новых и необычных вещей. Мы начнем по порядку. Начнем с цифры 1, как всегда мы это делали. Смотри, что тут есть. В конверте номер 1 лежит листок. Здесь написано. Что там? Я твоя кукла. Уже, я просто, не знаю, написано красной краской, как будто кровью написано. Я твоя кукла. Итак, ребята, при входе мы видим коробку. И на коробке написано не открывать, но очень смазано. Но я вижу, что она уже была взломана. Я что-то думаю, что ее написали не открывать специально, чтобы мы не смогли пройти этот мистический квест. Поэтому, ребята, давайте... Я ничего не вижу. Она пустая. Мамочки! Черт. Что там? Я не знаю. Мне показалось, что там как будто человеческие волосы. Зай, я не знаю, что там. Она что, она подбросила? Что там, зайчик, не знаю. Она мумию какую-то подбросила? Я не знаю, там волосы, зайчик, волосы какие-то. Да, то ли человеческие. Успокойся. Спихать на руку и достань потихонечку. Ты понимаешь, что в такую коробку только ребенок может поместиться? Я не знаю, или это скальпель, что ли, срезанные волосы. Подожди, это твоя кукла. Там какая-то игрушка. Откуда ты знаешь, что это игрушка? Черт, что за чертовщина? Зачем нам кукла Аннабель? Смотри, она какая страшная. Кукла Аннабель, ее платье все в крови, в краске, я не знаю. Ладно, давай оставим ее здесь, пока посмотрим, что дальше. Ужас. Так, ребята, двигаемся дальше, ко вторую комнату. Зайчики, я не знаю, что-то есть там или нет в конверте. Это как думаешь, проверять надо, или нет? Что там с ручкой под дверью, может быть, что-то есть. Давай проверим конверт. Нет, в конверте пусто. Короче, ребята, заходим во вторую комнату. Я, честно говоря, не знаю, что меня там ожидает. Подожди, а это что за нитка? Где? Из бочки. Дим, ты прав, какая-то нитка. Слушай, а если это бомба какая-нибудь? Обычно по таким ниткам делают такие всякие штуки-бомбы. Может, не будем трогать? Дима, посмотри, что в бочке. Она идет из бочки. Вот она привязана к бочке, прям нитка. Ладно, ребята, Дима говорит, что я должна открыть эту бочку. Подожди, осторожнее, осторожнее, там может быть все что угодно. Как она открывается? Мне не получается, она крутится. Что? Что? О, там? Она пустая, зайчик, она пустая. А это что? А нитка ведет туда, в комнату. Давай потихонечку открывай дверь. Комнату. Нитка ведет в комнату. Успокойся, успокойся, не нервничай. Что там? Что-нибудь страшное? Я боюсь ходить. Дим, еще одна кукла. Это одна и та же кукла. Погоди, я не поняла, я же ее там бросил, Дим. Черт, она перемещается. Она что, живая? Я не знаю, мы ее тут оставили. Она что, живая? Мы же ее здесь, я ее здесь бросила. Это одна и та же кукла или другая? Она же. Как она тут ощутилась? Подожди, подожди, подожди. Офигеть. Что это такое? Я не знаю, смотри, вот эта нитка, она ведет... Что происходит? Она ведет сюда. Это что такое за видушка? Не знаю, здесь конверт с
Спаси. Спаси меня. Кого спасти, блин? Она что, живая? Кукла. Это она та же кукла. Та же кукла, зайчик. Что она тут делает? Так оставляй ее здесь. Не трогай ее. Может, она проклята. Может, она проклята, зайчик. Что я не надо знаю. Делать? Что надо спасти? Я не знаю. Спасите меня. Здесь написано. Спасите меня. Подожди, что в третьей комнате? Может быть, и куклу надо спасти. Может быть, эту куклу... Блин, я ничего не понимаю, что это за задание такое? Мне страшно. Успокойся, успокойся, подожди. Я ничего не понимаю. Ладно, ребят, идем в третью комнату. Тут тоже какая-то... Тут тоже нитка ведет. Нитка ведет в третью комнату. Там ничего нет? Нет, там пусто. Нитка ведет в комнату туда. Блин, зайчики, я боюсь заходить. Подожди, успокойся, успокойся, не нервничай. Ребят, я не знаю, очень страшно. Просто этот квест очень страшный. Я себя чувствую просто вся как на иголках, я дрожу. Но если мы не пройдем, придется выполнять испытания. Испытания, наказания, которые для нас придумает Аннабель. И все дело в том, что это наказание не озвучено. Мы не знаем, что это может будет, поэтому лучше выполнить этот мистический квест. Короче, заходим. Потихоньку открывай. Тихо, подожди, подожди. Надо идти по нитке, вот нитка внизу. Нитка. Куда ведет нитка? Где нитка? Черт, кукла, зайчик, она здесь! Она опять нас преследует. Это кукла. Она что, прячется? Слушай, она такое ощущение, что она бегает просто здесь везде. Блин, ребят, я вообще в шоке. Она, походу, перемещается. Блин, ребята, это вообще что за жизнь? Ладно, не трогай ее. Я ее больше просто не буду трогать. Может, действительно ее не нужно трогать? Так, ладно, куда дальше идет эта нитка? Так, нитка ведет сюда. Здесь чемоданчик какой-то, девочка. Что за чемоданчик? Я не знаю. Какой еще чемоданчик? Я не знаю, что там. Он перевязан вообще нитками. Ножик. Сейчас я попробую открыть. Нужно все разрезать. Сейчас. Сейчас, зайчик, подожди. Сейчас. Так, получается. Пахнет, знаешь, как-то. Как-то пахнет странно. Что-то горит вообще. Да, как каким-то горелым. Как будто это из пожара что-то. Блин, вообще там может быть все что угодно. Открывается. Что это? Что это такое? Это рамка. Рамка с Аннабель. Старинная фотография в старинной рамке. Аннабель. Подожди, она преследует. Это кукла Аннабель преследует, понимаешь? Она в рамке. Слушай, а зачем мне фотографии куклы Аннабель? Может быть, она хочет... Подожди, а что там на заднем плане у нее? Может, она хочет поселиться у нас? Я не знаю. Ничего не видно. Фотографии черно-белые. Как, знаешь, в старину раньше делали, старинные. Что у нее в руках, я не понимаю. Ладно, оставляем все здесь. Ну, если она хочет стоять, пусть я ее здесь поставлю, если она тут хочет стоять. Ой, блин, я надеюсь, что эта кукла, блин, останется здесь и потом исчезнет после того, как этот мистический квест закончится. Я лучше закрою дверь. Ребят, блин, не пипец, не просто. Подожди, она, получается, фотография в рамке, рамка была, значит, в ящике. А в ящике, значит, и рядом же кукла. То есть получается, что... Я не знаю, что... Это как-то нужно все связать? Давай сейчас сходим тогда в четвертую комнату. Здесь вот я вижу тоже нитка. Ба, тут... Что это? Что это? Это мышь? Дим, это откуда мышь? Откуда здесь мышь? Она что, живая, Дим? Стой, не трогай, не трогай. Ой, мамочки, мамочки, она похожа на живую, она похожа... Стой, успокойся, все. Она похожа на живую. Может, она все-таки не живая? Может, она все-таки игрушечная? Подожди, это какая-то приманка. Давай лучше вообще ее не будем трогать. Давай по нитке пойдем. Что, куда ведет нитка? Давай заходим в четвертую комнату. Так, нитка. Так, погоди, я ее потеряла.
Ее еле заметно, ее практически не видно, зайчика, эту нитку. Так, так, куда она идет? Под кровать, что ли, я не понимаю. А нет, она идет дальше. Она что идет. Это? Не знаю, она сюда вот привела куда-то. Тут зеркало, зайчик, зеркало какое-то. Что произошло? Кукла! Я же ее не трогала! Кукла опять здесь, на кровати! А что с зеркалом? Ты что? Блин, я не поняла, почему она преследует нас. Нужно это разгадать. Это нужно... Блин, я даже заикаться стала. Такого просто не может быть, ну нереально. Что, в четвертой комнате зеркало? Зеркало? Погоди. Тут а что-то что, написано. Красный? Тут написано... Не смотри. Зайчик, что делать? А я посмотрелась. Я уже посмотрелась. Ты посмотрел в зеркало? Я посмотрелась в зеркало, а тут написано «не смотри». Подожди, подожди. Ну что, вы проиграли, получается? Получается. Сейчас на тебе проклятие, подожди. Это специально заговорили куклу на кого-то. Как проклятие? Ты в зеркало, ты посмотрел в зеркало, теперь ты проклят. Зайчик, как проклятие? Ты чего? Подожди. И что теперь будет со мной? Подожди, подожди. Нет, я не хочу проклятие. Кукла? Что надо сделать? Подожди. Я не знаю. Где, где зеркало? Вот, вот, что? Давай другой стороной. Что делать? Давай. Что делать-то, я не понимаю, зайчик. Пусть. Так снять проклятие. Наведи зеркало на Аннабель. Другой стороной. Навела? Да. Все. Все. Проклятие на ней? Да. Ее нужно заточить. Заточить. Что в пятом конверте? Бери куклу Аннабель. Где? Не отпускай ее теперь. Держу я ее, держу, зайчик, держу. Что в пятом конверте? Тут еще записка. Читай. Не прячь меня. Не прячь меня. Черт, она специально хотела она не хочет. Свое проклятие на тебя передать. Да. Зайчик, не нужно смотреть на нее. Походу, ее вот сюда нужно заточить. Зайчик, открывай. Давай. Зайчик, давай, открывай. Давай, я спрячу, не хочу. Ай! Только не смотри на ней в глаза, в лицо не смотри. Все, закрывай, закрывай. Все, надо его выкинуть, зайчик. Его нужно давай, выкинуть. Давай, быстрее выкидывай его на улицу. Зайчик, давай сейчас оденемся и выбросим все это. Я надеюсь, что проклятие на мне не работает. Что мы его сняли, правильно? Она посмотрелась в зеркало, и мы ее заточили. Что это? Я вижу Аннабель. Что? Я вижу Аннабель. Ребята, Аннабель забрала этот чемоданчик с куклой. Я не знаю, значит ли это, что мы прошли этот мистический квест или нет. Нет, на мне проклятие или нет, но мне очень жутко после этого квеста, ребят, реально. Они жутко страшные, эта кукла, лучше вообще ее не трогать и никогда не открывать. Ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. И до новых встреч в новых мистических квестах. Пока!